Израильские военные, дислоцированные на границе с сектором Газа, уже скоро будут на его территории. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант, обращаясь с напутствием к военнослужащим. «Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри. Приказ скоро поступит», – заверил он. При этом наблюдатели отмечают, что решение о начале наземной операции в Газе откладывалось уже несколько раз, в том числе под давлением США, потребовавших урегулирования гуманитарных проблем палестинцев. And acting on the humanitarian needs of Palestinians. As I said in Israel, as hard as it is, we cannot give up on peace. We cannot give up on a two-state solution. Israel and Palestinians equally deserve to live in safety, dignity, and peace. Президент США сообщил, что в ходе своего визита в Израиль призвал его власти не быть ослепленными яростью. При этом Джо Байден заверил, что Америка всегда будет на стороне Израиля. Сейчас американцы, по словам представителя Пентагона, практически ежедневно направляют Израилю военную помощь – бронетехнику, авиабомбы, снаряды и ракеты-перехватчики для системы ПВО «Железный купол».